А что если поиграть в настоящий бильярд не на смартфоне? Давайте посмотрим, что из этого выйдет и помогают ли игры в смартфонах. Ну что, вот так мы славно покатали, значит, бильярд. Какой вывод? Я, получается, ну, частенько играю в бильярд, да, на смартфоне, как вы знаете. И этот, да, все-таки это дает свои плоды. И что, ну, получается, что на смартфоне, да, ты играешь, ты все равно прокачиваешь свой скилл, да, например, у бильярда. А получается, ну, как и в жизни, да, получилось действительно так же. То есть я забивал шары, действительно, как и в игре на смартфоне. Так что раньше я, да, слышал то, что там, если кто-то играет там либо в контру раньше, да, гонки там, Need for Speed, это все как бы скилл все равно прокачивается. Ты как бы этот... Особенно, да, там гонки, к примеру, там Need for Speed разные. В принципе, что и в жизни, ты как бы начинаешь ориентироваться так же, что-то, да, там какие-то навыки применять, что и в игре, что и в жизни. То есть это такой живой пример, да, и это, конечно, потрясающе. Что еще? Так, в том обзоре по поводу S23 Ultra я не сказал одно, что здесь... Короче, здесь качелька, ну, клавиша регулировки громкости и клавиша, получается, блокировки. Они увеличили ее в размерах, и этот нажимать удобнее стало. И по громкости тоже клавиши это увеличили, и, ну, потолще стало, и, да, действительно удобно. Вот этот S22 Ultra, я там пролил немного кефира на него, да, не знаю, обычный турецкий айран называется, да, вот такой. То есть это, в принципе, то же самое, что и ТАН, да, кто в Казахстане знает ТАН, Тандем, да, в принципе, одно и то же. И получилось так, что я как-то... открыл его, да, сильно, что ли, и пролился он у меня на S22 Ultra. Там же, получается, немного он стал как-то... Не, нажимается, все нормально, но все равно как с трудностью нажимается. Ну, и там клавиша тонкая, из-за этого тоже попасть проблематично. Но, конечно, это все не критично, но надо подметить это.
Что касается еще, ну все, в принципе, так он действительно, вот эти то, что я, как бы, у меня были нарекания, типа, вот он старперский, да, какой-то сделали, как Гелендваген там, такой квадратный, но в руке лежит просто потрясающе, супер, да, особо я-то и как бы не огорчился то, что купил его, да. Ну, опять же, это флагман, как S22 Ultra, то есть. Работает все быстро. В играх, как он покажет себя, без понятия. Еще пока не играл. Что еще, значит? По. Что еще хотелось? Матовая поверхность хуже, чем стеклянная. То есть, если здесь, да, ты просматриваешь контент какой-то там, не знаю, бывают хорроры темные, да, там игры. Все происходит там, действие ночью и так далее, и этот не хватает, да, там четкости картинки, да, то есть если стеклянная поверхность экрана, то все мне устраивает, все хватает и так далее, то есть у меня просто есть еще монитор, да, который тоже кто-то смотрел, знаете, да, то есть от Samsung Odyssey G6, потрясающий монитор, ничего плохого сказать не могу, но там матовая поверхность, да. У меня еще Asus был ноутбук, который я продал, и, ну, купил вот он, да, в принципе, что говорить, что таить, да, от вас. И этот, там тоже матовая поверхность, да, ну, не особо, да, и просто по моим наблюдениям, по моему опыту, да, и по моему отзыву, что матовая поверхность хуже, чем стеклянная, то есть там некоторые детали могут быть показаться не, ну, будут казаться неотчетливыми, да, то есть какие-то бывают детали. То есть это хотел вам сказать еще. Давайте, что здесь? Пишут даже в ВКонтакте, я не знаю, что там пишут, ребята. Раньше я как-то все прям, да, все эти читал комментарии, даже плохие, хорошие, неважно. То есть кто-то думает, типа, я сам придумываю, нет, я там и хорошие, и плохие, все читал. Сейчас же мне это поднадоело, и я понимаю, что люди по-хорошему не могут, да, то есть надо постоянно что-то написать им такое. Так что я как бы сейчас буду излагать свои мысли. Может быть, что-то и прочту, да, если нормально будет. Опять же, молитесь, чтобы я прочел, да, и ваши комментарии. По поводу... то есть, тоже, да, парень написал, вот, типа, я там математик там хороший и так далее, дипломы. Все это мне присылает, да, там в личку ВКонтакте. То есть якобы, да, ну смотри, какие достижения. Но опять же, это твои достижения, да. То есть твои медали, твои грамоты. Ты полезным ничего не сделал в мире, да, к примеру. То есть твои грамоты, медали там неважно. Статуэтки всякие, статуи там, мистер Олимпия, это у тебя останется. То есть ты для мира ничего не сделал, это твои достижения. Запоминают каких людей? Выдающиеся, да, которые сделали что-то полезное для этого мира. То есть, так что, опять же, ну, парень тоже написал, да, там, грамоты и так далее. Про свою личную жизнь написал. Опять же, мне твоя личная жизнь, да, не важно вообще. То есть сам факт твоего существования, если бы ты не написал, я тебя не знал бы. Мне твоя личная жизнь не нужна, когда у меня есть своя личная жизнь, да, то есть тоже я не понимаю таких людей, которые говорят все вот это. Ну, может, открытый человек, ну, не знаю, ребят, как бы грузить другого человека, то бишь меня, да, там, своей личной жизнью, своими грамотными каким-то, тоже, ну, какой привет, такой ответ. То есть я ответил, да. Так, Борис, и вправду стал замечать, что девушки похожи друг на друга. Ну, опять же, да, давайте уже про женский пол, да. Не надо, ребят, вы путаете мою теорию, да, не надо путать мою теорию и мое мнение, да, то есть моя теория – это моя теория, мой труд, да.
мое мнение есть мое мнение, как бы это мое личное мнение, она к теории моей не относится, да, то есть зайдите в контакт, посмотрите репосты, я всегда против, чтобы их обижали, да, женский пол, и вообще скажу, что большинство, да, действительно милые девушки, милые женщины, да, их большинство, и как бы дай бог им здоровья и счастья, любви, да, там. То есть вы не путайте, опять же, мою теорию, да, моя теория – это моя теория, то есть это не мое личное мнение, то есть кто-то бывает иногда, да, там, берет, кто-то говорит, что меня цитируют уже, да, ну, пусть цитируют, ладно, но, опять же, вы не путайте мою теорию и мое личное мнение, да, так что большинство, да, там, в женском поле, да, это действительно милые, потрясающие девушки, женщины, там, и так далее, не хочу перечислять, там, всех, да, там, просто женский пол обобщенно. Так что просто мой посыл в этом, то, что не надо путать, не путайте мою теорию, да, и мое личное мнение. Угу. И вообще хочу сказать, что вот по поводу там, не знаю, ну, неважно, еврей, там, кто-то еще, да, там, то есть я нормально ко всем отношусь, к нормальным, адекватным людям. Но если брать, да, просто как пример евреи, то, что они говорят, типа, мы великий народ и так далее, великая нация, но опять же, да, это нереально, да, нереальная самооценка себе же, да, то есть в мире, ну, большинство не любит евреев, да, то есть, может быть, надо евреям, то есть остановиться, да, сказать, что мы сделаем не так, они просто, да, там, нереально, да, как-то смотреть на себя и переоценивать себя. Просто надо смотреть реально на свою самооценку, а то это будет психическое отклонение не только у евреев, да, вообще у любого другого человека. То есть реально надо смотреть на себя, на свою самооценку, а не переоценивать себя, либо вообще занижать, да. Ну, сейчас поговорим еще об этом. Вообще, ребят, я не хочу уже думать, да, просто когда ты думаешь, да, постоянно у меня как бы не моя теория и так далее, то есть это думать, мысли какие-то, да, что-то в голове постоянно происходит, да, какие-то мысли приходят и так далее, то есть я как бы тоже думать надо в меру, да, и я не знаю, тоже не хочу больше думать, да, то есть хочу просто жить. Так что надо, пора завязывать мы с этим, да, чтобы думать, так анализировать, продумывать что-то. Надо все это в меру, а то у меня чересчур что-то пошло. Мысли, да, какая-то философия, психология, там, мудрость и так далее. В меру это все надо тоже. Почему ты говоришь, что великих женщин нет, Мэрилин Монро же есть. Мэрилин Монро, да, ну, Мэрилин Монро – это исключение, то есть одна, да, но опять же, она не мыслительница какая-нибудь там великая, да, там, и так далее, то есть, да, что-то не там, ну, у нее получается внешность, да, она красавица, ну, и вот эта красота, то есть, как, то, ну, как она, восходящая звезда, что ли, ну, когда на рассвете только кинематографа, когда, то есть, в общем, она в то время, ну, попала в свое время, да, именно в то время, когда это, когда вот она задала тренд, моду и так далее, стиль, да, женский и так далее, то есть она попала именно в это время, да, в свое нужное время, именно в нужное время, не то, что свое, в нужное время. Так что тоже попасть именно в нужное время, это не всем удается, и, разумеется, просто некоторых просто забывают, да, потому что попал не в нужное время. А она попала именно в нужное время, да, у нее там, она красавица, разговоров нету, что еще. Ну, и все, в принципе, да, но, опять же, она в нужное время попала. То есть никакие, она никакая не философ, там, не психолог и так далее. То есть ничего не открыла, да, этому миру. Но опять же, она как бы, ну, открыла моду, да, скажем так. Но опять же, это моду открыть, это тоже много ума не надо.
Это не какая-нибудь там таблица Менделеева, либо что-то еще, да, то есть какие-то вот такие сложные, да, действительно, открытия, да, для человечества. Но, как бы, да, она действительно великая личность, да, легендарная личность. И, опять же, говорю, попала в нужное время, да, не в свое время, а в нужное время. Просто глобального ничего в ней нету, да, но, опять же, есть то, что там мода, да, и так далее, то есть красота. Тоже вот какая-то опять еще одна, да, тоже, я не знаю, то ли это мужик, то ли реально кто-то из женского пола, да, я, наверное, сейчас заблокирую, потому что на том канале тоже что-то происходило, да, на этом теперь канале. Опять же, я не терплю, да, то есть кто бы там, не знаю, тем более, да, чтобы дырка, да, не знаю, там, обычная дырка, да, к примеру, вот, дырка, да, меня учила, да, единицу, то есть дырка ноль, ну ноль это дырка, чтобы меня учила первого, меня первого, то есть что в прямом, что и в переносном смысле, да, то есть я не терплю такое, да, так что извини, наверное, буду с тобой прощаться. Опять же, да, то есть спрашивают, с Россией тоже, да, знакомый уже подписчик или кто, не знаю, ВКонтакте тоже написали, и говорит, типа, вот, давай прочитаю уже дословно, наверное. Захожу в супермаркет, а там все восточные люди, такое ощущение, как будто я либо в Таджикистане, либо в Узбекистане. Достан, что ты можешь сказать по этому поводу, только не защищай своих. Ну, как бы, не знаю, там, то есть, ну да, там много, да, в России что-то, много мигрантов и так далее. Я не знаю, ребят, это, опять же, вопрос к власти, да. У нас тоже есть, как бы, мигранты и так далее, то есть, может быть, не в том количестве, как у вас, да, приезжают в Россию, но, опять же, это, нету такого закона, чтобы вот там не пересекали границу, да, то есть, какие-то другие национальности. Это... Идите в этот, на Кремль, да, толпой собирайтесь, говорите, вот, чтобы закон приняли, чтобы вообще никого не впускать, только мы должны русские быть там, ну, россияне, русские, и все. И никто к вам приезжать не будет. Это не вы виноваты в этом, и не мигранты виноваты в этом, а вот именно сама власть. И у нас тоже, да, то есть приезжают тоже мигранты. Давайте сделаем так, чтобы только одни казахи здесь жили. То есть, опять же, это, тут не виноват никто, да, именно, то есть граждане не виноваты, это власть виновата, то, что допустила такое, да, то есть допускает такое. Ну и вообще, да, вот, раз уже глобализировать эту тему, тоже, да, вот, называют там восточных людей чурками, чурбанами, там, кавказцев, да, черножопыми. То есть, ну, давайте вот реально смотреть на вещи, да, я сейчас буду объективно просто говорить и все. То есть, это все, конечно, неправильно, да, каждая нация, каждый человек не просто так родился, да, а Всевышний дал ему жизнь, да, просто хотя бы скажите ему спасибо за это, Всевышнему за эту жизнь, да. Да, можно быть овощем и так далее, ходячей забытой землей, да, но все равно надо сказать спасибо, что вы почувствовали эту жизнь. То есть каждый человек в этой жизни, он не лишний, да, простыми словами, если говорить. Европейцы, да, опять же, да, то есть бесцветные люди, да, ну, если прям так выражаться, да, белые, да, как в простонародье говорят, но опять же, пока они живы, да, я не знаю, если прям серьезно говорить, нужно объединяться кавказцам, азиатам и африканцам, то есть против европейцев. Надо либо истреблять их, либо нужно перевоспитывать, чтобы такого не было, да, то есть... Потому что люди не понимают. Но найдется такой человек, ребят, рано или поздно, когда доиграются, да, европейцы. То есть
когда действительно найдется такое, как Чингисхан, да, Чингисхан всех подряд ты мочил, да, но здесь, если он, если найдется такой, как Чингисхан, то и будет истреблять европейцев, то никакое НАТО там и так далее не, его не сдержит, то есть будет только хуже. То есть надо понимать, да, на будущее смотрите, чтобы такого не было. То есть надо это все останавливать, да, вот этот расизм, всякие обзывания и так далее, да. Мы, теории, вообще люди, сами понимаете, да. Так что никто из вас не лучше, не хуже. Надо, короче, вот это останавливать. Все эти жаргоны, все эти словечки. Я сейчас обращаюсь к кавказцам, азиатам и африканцам. Потом ваших детей будут также называть, ваших внуков, правнуков будут также обзывать. То есть надо как-то либо объединяться, истреблять, да, белых, либо нужно как-то и перевоспитывать их. Либо они сами перевоспитаются, либо нужно их силы уже перевоспитывать. То есть это действительно вопрос стоит ребром, да, надо это все решать, надо все это останавливать. Так что, может, вы терпилы, да, будете такое слушать, но ваши дети же еще есть. Еще и будут ваши там внуки, правнуки и так далее. Они же тоже будут это выслушивать. Так что надо завязывать с этим, надо останавливать это. Нужно как-то это все глушить, да, надо со всеми дружно жить и так далее. Так, что еще? Что еще? Угу. Так, ну, тебе повезло с внешностью, а так бы был бы много. Ну, я на меньшее не рассчитывал бы, да, то есть от Всевышнего. Так что я получил то, что как бы то и получил, да, то есть я не хочу быть терпилой, как вы, да, 97% людей, многолицей и так далее, ходячие забытые земли, то есть это терпилы, да, вот. Неважно, то есть по тюремным правилам, по тюремным жаргонам и так далее. Бывают такие быдлы, да, там, гопники и так далее, которые называют кого-то терпилом, да, так вы сами терпилы. То есть вы терпите то, что у вас такая внешность, вы терпите такая, что у вас жизнь, да, вы терпите, что у вас такие дети тоже многорожие, ходячие забытые земли и так далее. То есть вы терпилы. Я не терпила, и меня все устраивает, да, спасибо Всевышнему за это. Так что не надо никого называть терпилами, да, я просто говорю, в массе тоже называют кого-то терпилами и так далее, да, вы сами терпилы есть. Вообще сама жизнь жестокая сама по себе, да, ребят, тоже поймите, и пока вы сами за себя не возьметесь, даже родители, которые, да, вы думаете, что они как-то, родители не могут, да, войти в ваш разум, ваши мозги, да. У каждого человека свой мозг, и он по-своему думает, да. Родители, да, могут там поддержать и так далее кого-то, да, там помочь, да, своим детям и так далее, но они все равно не видят всей картины, да, что у вас здесь происходит. Так что жизнь вообще это вещь жестокая, да, то есть каждый из нас как-то будет умирать, да, там онкология, неважно, рак, там и так далее, то есть в мучениях кого-то сбьют, кого-то расстреляют там и так далее. То есть жизнь, понимаете, поймите, она жестокая. То есть, так что нужно как-то, я не знаю, ну, это понимать, да, и, ну, ну, это надо понимать, да, и этот. То есть надо это понимать и не делать своими же руками, своими же мозгами, да, эту жизнь еще жестче. Каждый хапанет, да, в этой жизни, скажем так, горькую смерть, либо горькие проблемы и так далее. Даже вот эта смерть, да, никому не удастся избежать ее. Как человек будет умирать, это одному Богу известно, да, в мучениях и так далее, в адских болях. То есть сама жизнь по себе жестокая, а вы еще делаете своими мыслями, своими там жаргонами, своими действиями еще жестче эту жизнь, да, и
без того жестокую. Так что относитесь друг к другу, да, с пониманием, там, без высокомерия и так далее. Просто понять, что жизнь жестокая, да, вас никто не будет жалеть и так далее. То есть те же самые родители, я говорю, не могут войти сюда к вам в голову, да, в ваш мозг. Так что делайте выводы для себя правильные, да, и правильно тоже нужно... Да, есть сейчас много блогеров и так далее, много информации в интернете. Надо подчеркивать, извлекать оттуда только полезное для себя, да, для себя. Каждый должен подчеркивать для себя именно полезное. Ну и опять же, да, жизнь жестокая. То есть, почему я это сказал? Потому что, ну, не знаю, столько случаев и так далее, то есть происходит, да, в жизни. Да, людей жалко и так далее, но, опять же, тут не сказка, не фантастика, да, здесь реально жизнь сама по себе жестокая.